парк небольшой, и мы его незаслуженно забыли. Хотя он очень классный, такой уютный, и находится недалеко от нашего дома. Мы выбрались с Мишей в парк, и я, если честно, так ему благодарна, потому что, ну, у дома всегда куча дел. Так, сейчас я повернусь. О, вот так. Ты как раз... А, ты уже поел, хорошо. Потому что дома, если честно, всегда куча дел. Кто мама там или кто жена, тот поймет. Ну, знаете, там вещи перебрать, как всегда, то летние надо убрать, постирать их, то зимние достать, тоже перестирать. Но я понимаю, что пройдет время, и я, как сказать, не запомню, я забуду, что у меня там холодильник не мытый или печка. Тем более они у меня все время не в идеальном состоянии. А вот то, что мы пришли сюда погуляли, я запомню. Вот я помню, как мы гуляли в дендропарке в Кировограде, да? А, или как во Вроцлаве, мы вообще, немыслимое дело, пошли без детей в аквапарк сами. На ночное время мы там взяли как-то. На вечернее. То есть такие вещи, они запоминаются. Хотя это как сложно, что ли, вот так вот выбраться. Ну... Я даже не знаю, кому сложнее. Я вот бывает то хочу. Вот у меня часто на последних влогах очень много женщин писали: Хатуна, вы такая энергичная, вы там все вот столько успеваете сделать за день. Это правда. Но у меня бывают дни, когда я могу, например, реально спать 3 или 4 часа. То есть я засну в 3 ночи, проснусь в 9 утра, у меня клиентка, потом я еще успеваю повязать, закрыть закрывашку, что-то там, уроки проверить. Но потом у меня приходят дни, когда я могу спать сутки. Я ничего не делаю, я могу валяться в кровати день под кроватью, под кроватью, под одеялом, я как восстанавливаюсь, как будто. Или вот выбираемся мы в парк. Но, кстати, вот так вот в парк мы выбираемся как? Я уже как-то говорила, что просто я Мише вынесла весь мозг, что я хочу гулять. Мне сейчас очень нравится, я на ютубе смотрю одну женщину, она психолог, тренер, спикер, Наталья Ваксельбаумер. Вот, и она так классно берет определенную одну тему, которую ей зрители задают, да, вопрос, и она его раскрывает, не церемонясь, не менжуясь, не как-то вот, ой, я такая добренькая, вот. Она, вот, как, знаете, правду матку режет, и там у нее прям видео я нашла, меня раздражает муж. Ну, это я не потому, что меня мой раздражает, искала. Ну, хотя нет, я искала там, когда, например, там, трудно или вот как там разобраться в себе. И она говорит, блин, очень часто вы... Она прям берет письмо и говорит, вот вы пишете, у меня абсолютно нет личной жизни. А вы вообще знаете, что для вас личная жизнь? Вы сядьте и определитесь. Если для вас личная жизнь, типа там, лежать, то выберите себе раз в неделю день, когда вы будете лежать. Если для вас личная жизнь, там, в кафе ходить, ну, то скажите об этом своему мужу. Может, он не знает и поэтому, типа, и раздражает. И вот я знаю, что для меня... Вот личная жизнь, мне очень важно хотя бы раз в неделю выбраться с дома. Потому что так сложилось, что у меня, например, я сама себе могу сделать, постричь волосы. Я могу сама себя покрасить, я сама делаю маникюр, педикюр. Куда я хожу, выхожу, это только на реснички. Плюс у меня работа дома, то есть клиентки приходят ко мне. Плюс дети. И у меня нету вот этого, знаете, куда ты вышел. И у меня бывает через 4-5 рабочих дней... Я уже просто настолько, у меня вот как накапливается, еще кто-то что-то рассказывает, жалуется, радуется. И я прям, раньше я вообще каждый вечер выбиралась, когда лето было, а сейчас вот для меня личная жизнь это есть, что вот я хочу выбраться именно с Мишей. И я донесла до него, короче, что я говорю, сейчас мы пойдем в какую-то яму, мы что-то не пройдем, Миш, по камням будем так, скакать? Не пройдем, ой, прям по камням, вон, дай тебе место. Да? Покажи людям по камням. Так я показываю. Сейчас мы пойдем вот сюда. А. В общем, я очень рада, что Миша донесла. И теперь не то, что мы там, знаете, по закону живем, что вот по расписанию. Я знаю, что в понедельник мы идем. Нет, то есть я вообще планировала сегодня сидеть вязать полдня. Я соскучилась. А я еще вчера задумала, что мы сегодня пойдем погулять. Да. Вот, и мне было так лень собираться, потому что вот, джинсов нету, не поймешь, то холодно, то жарко. Но потом я поняла, надо идти, потому что, ну, муж зовет, я сейчас вся в делах такая погрязну, а потом он второй раз-то и не позовет, раз ты такая деловая. Наверное, в нашей жизни, вот 20 лет спустя после свадьбы, пришло то время, когда мы научились договариваться и
И мы научились договариваться, потому что мы с Мишей очень разные, мы читали разные книги, мы абсолютно в разных условиях жили. Мы даже географически по-разному жили. Если Миша родился, женился, учился в одном городе, то я изъездила кучу, большую очень территорию. И... пол бывшего Союза. Да, половину бывшего Советского Союза. И семьи у нас разные, и устои, и законы, и питание. У нас все очень разное, и разный взгляд. Но у нас очень сходятся семейные ценности и взгляд на воспитание детей. Вот это у нас, ну, одно, это я точно знаю. И получается, мы вот сейчас мы научились договариваться, идти на компромиссы. Ну, прям вот как, знаете, как партнеры, как договор. Какой-то. Да, я хочу гулять. Я могу пойти гулять одна. Я могу взять дочку, могу взять Елисея или Мишу. Тут такая зелень еще изумрудная. Я нарвала одуванчиков улиткам и ласки траву кошки. Она у нас любит. А трава такая прям, знаете, нежная-нежная, как молоденькая. Видно, после дождей подросла. Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает, называется. Вчера гуляли, а сегодня вот уже закрыла еще несколько, сколько, 7 банок 3-литровых ассорти. Хоть и октябрь, но пока еще закрываем закрывашку. В этом году мы как-то мало закрыли. Вот закрыла, решила ассорти закрыть, потому что, ну, вроде как зимой открыл, и сразу и огурчик, и помидорчик. У нас огурцы зимой, кстати, идут хуже, чем помидоры. Если помидоры мы открыли 3-литровый бутыль, то за ужином и съели. А огурчики нет, огурчики так на салат, там подрезать еще просто со свеклой. Всем привет! Выбрались в зоопарк. Здоровый дядька, но мы решили сходить в зоопарк, вроде там сделали ремонт, и мы еще ни разу не были после ремонта. А из-за того, что, ну, вот как, ну, хоть и рабочий день, да, там школа, да, мы ее пропустили, потому что... Блин, мне кажется, сейчас мне начнут писать комментарии, да вот, чему вы учите детей. Ну, к сожалению, не, к радости. Нам-то к радости, да? Вообще, если честно, у нас, когда еще Миша учился, у нас такое правило было. Каждый из детей, из троих, один ребенок мог раз в неделю пропустить школу. И в таком, по итогу получалось, что каждый ребенок раз в 3 недели оставался дома просто так. Ну, потому что психологическая нагрузка в школе очень большая, и мы вот разрешали. Сейчас Миша ушел в универ, ему стало учиться полегче. Первый курс, расслабуха, а Виктория быстренько смекнула и говорит: «О, мам, мы же с Елисеем вдвоем остались в школе, это у нас на нас 2 недели, то есть уже чаще мы как бы дома». Я говорю: «Ну нет, дочь, мы будем смотреть как». Но вообще из-за того, что из-за моего графика работы, из-за мужа, вот когда есть свободное время, тогда мы и выбираемся, и уделяем время и друг другу, и детям. Потому что, блин, в жизни пропустить один раз, как один день в школе, Елисей ничего не потеряет, или Викуся. А вот проведя его с папой, там, или с мамой, или даже, Елисей, у тебя было такое, что ты на подработку ходил, да, визитки раздавать, он реально приобретет и опыт, ну и есть Елисею там что... пожаловаться на Викторию. Виктории всегда есть что-то уже рассказать, Мише. В общем, это самое замечательное время. Красиво тут сделали, деревом обработали, лавка прикольная, Елисей капучино пьет. Мы, кстати, взяли латте, чтобы рукам было тепло. Какие они мусики такие, лупоглазые, кривоногие, как футболисты. Прыгают, а мне отсвечивает. Прыгают такие бусинки. Худые такие. А, они линяют. Они в зиму линяют. Тепленько им там. Земля медведей и волков. А, вот это здесь сделали ремонт. А нет, раньше здесь... медведи и волки, они были... Лянь, волк. Нет. Слушай, а реально страшно, если перепрыгнет стеклянный этот. Да, а, если... раньше волки и медведи были там в клетке в такой, в маленьких клетках. Лянь, волк. Блядь, переделали все. Угу. А то, наверное, медведи будут. Сейчас где-то увидим. Наверное, с той стороны. Тут внутрь еще можно идти. Ну, к волкам вряд. Знаешь, что пошли внутрь из того, с той стекла посмотрим. Тут вот, а вон, лянь, выдра какая-то купается. Вот здесь все написано. Они. Ага. Вон, видишь, выдра? Ага. Вот это нас. Угу. О. Привет, бежал на спал. Это эхо такое. А пойдем туда, посмотрим, что там. Ну, конечно, дети. Ну да. Тут тоже весь... Вон рыбки, глянь. Это вода. Вот.
карасики какие-то. Это, мне кажется, для объявления. А там никого? Миша, привет! Какой хороший! Здравствуй! Лёнин! Страшно? О! Мамочки! Привет! Звеночек, пожалуйста! А глянь, вон тот лезет. Не вмещается. Миша, ты какой хороший! А прикинь, он такой разорвет. Есть такой фильм «Медведица». Да. Классный. Не смотрел ты его? Посмотришь. Тебе надо почитать «Серую шейку» и посмотреть фильм «Медведица». А такой разорвет. Глянь, у него когти. Он рвет. Видишь, он добрый. Угу, добрый. Это обман, сынок. Это хищник. Хищник, который загрызет и разорвет. Ну, как ты думаешь, они едят рыбу? Пойдем, там же тоже как звеночек. Они едят рыбу? Ну, да. Конечно. Вот рыбу им можно было бы, наверное, кидать. Я, кстати, хотела этим уткам, лебедям принести рыбы. Ой, пойдем туда, пойдем, там же тоже стекло. О, Господи, аж страшно наступать на вот эти стеклянные. Пошел. А, он попить, я думала, он купаться. Не, он... А летом, наверное, в воде постоянно в этой сидит. Пошел. Пошел куда-то, дружище. Угу. Нарисуй на конфету. А вот он. Как лабиринты какие-то. Это у них какой-то этот туалет. Корешки пришел. Вот рыбы можно было взять, кинуть. Ну ладно. Ну, хорошенький, да, он? Большой. Пойдем дальше. Тут тоже, видишь, можно посидеть. Конечно. Такая красиво сделали, с бетона выложили конструкцию. Пойдем на волков посмотрим сверху. Тут же другой вид откроется. Где они? Они сложились калачиком и спят. О, сынок, вот так, подожди, стой, вот так ты делаешь мне тень, и видно, а то солнце отбивается. Где встали, я встали? Вон а, еще. Вон стоит возле меня. Угу. У них и территория тут большая. А тут, все, пойдем тут, дальше, сыночек. Тут больше. Ага. Тут реально все большие. А, тут тоже видно. Какие-то бобер какой-то. Да нет, здесь выиграли. Да? Я сейчас, если честно, знаешь, что вспомнила, Елисей? Польшу. Это так классно, что сделали вот такие вот дорожки везде, что человек с обмеженными возможностями, как перевести? Ну, с минимальными возможностями, да, может тоже прийти и посмотреть на животных. То есть здесь проходит коляска, здесь проходит мамочка с простой коляской пройдет. Очень сделали комфортно, удобно и прям вообще молодцы. И на животных приятно смотреть, они сытые и довольны, да? Ага. Как мы с Елисеем. Да. Попали на кормление. Рыська кушает, то крыса белая, она крысу кушает, а это вот валяется черный крольчонок. И вон еще крольчонок, видишь, их заморозили и кинули им вот этот кролик и то кролик. А кушает она крысу. Все, я получила стресс, пошли. Ну, ну прикинь, это маленький крольчонёночек. Пойдем до медведей. Понимаешь, они что же есть хотят? Да, я понимаю, сынок, что есть хотят. И мы курей едим. Да. И телят, ну блин. А уток едят странно. Угу, пойдем. А вот кошка обыкновенная. Зоопарочная, да? Чернушка или ночка. Пошла кур ловить. Маленьких.